Друзья, всем привет! Вы на канале Road Movie. Сейчас раннее утро, 9 утра, субботы, 30 января. Я отвезла Катю в школу и по дороге заметила, что повсюду очень много полицейских, работников ДПС. Техника уже подготовлена. Снегоуборочные машины, как и в прошлый раз. Вот здесь, посмотрите, автобусами все заставлено. В этот раз мы видим автобусы. Вот они, те же самые машины, что и в прошлую субботу. Вот так вот, в этот раз у нас автобусы задействованы, пассажирский автотранспорт. Я сейчас объезжаю вокруг Сенатской площади. Через каждый автобус у нас машина ДПС стоит. Вот. Я сейчас еду по Адмиралтейской набережной. Проеду сейчас мимо Дворцовой площади, Адмиралтейство, Дворцовый мост. Еще сумерки, поэтому такое качество не очень хорошее, наверное, получится. А еще обратите внимание, повсюду в городе, вдоль обочин, уже подготовлены вот такие вот оранжевые металлические ограждения. Их очень много по городу. Я это заметила еще вчера вдоль Невского проспекта. Поворачиваем на Дворцовую площадь. Проедем здесь. Ой, а там-то сколько автобусов и техники. Ого. Ничего себе. Все заставлено. Эвакуаторы повсюду. Смотрим, что на Невском. В прошлый раз на этом участке Невского проспекта все было заполнено толпами митингующих. Весь этот участок был полон народа. Вот въезд на Дворцовую. Тут тоже заграждения уже поставлены. Сотрудники ДПС, машины. Да, слушайте, мы как будто бы живем в военное время. Даже как-то не по себе становится. Сейчас мы будем проезжать мимо Казанского собора. Вот он, Казанский, дом книги. Вот в прошлый раз здесь толпы народа были остановлены преградами. Выставлены автобусы. Вот напротив гостиного двора Невский проспект уже огорожен. И такая же ситуация, как и на Сенатской площади. Автобусы и автомобили ДПС. Сколько работников этих служб тут вообще?
я даже начинаю волноваться, как мы поедем сегодня забирать Катю в 2 часа. Что будет в городе? Сейчас 2 часа дня. Я еду забирать Катю из школы. Идут войска. Посмотрите, сколько их много. Боже. Казанскому собору. Лично мое отношение ко всему происходящему — это единственное желание, чтобы все в нашем городе было спокойно и мирно. То, что я сейчас показала, это просто мой взгляд, как взгляд местного жителя на изменения в городе. Я заканчиваю этот репортаж. Ну а что нас ждет дальше, мы узнаем из интернета. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, не пропускайте новые видео. Всем удачи, всем пока, я желаю всем счастья.